Другая делегация Якутии уже в Тверской области отдала дань уважения легендарному подвигу своих земляков, сражавшихся там в годы Великой Отечественной войны, передают наши корреспонденты. Здесь, защищая столицу, отдали свои жизни более 200 воинов-якутян, память о которых передается из поколения в поколение. А в 22 километрах от Зубцова на берегу Волги раскинулся город Ржев. В храме-часовне Николая Чудотворца, возведенный рядом с мемориалом воинам-якутянам, прошла панихида в память о погибших земляках и состоялся торжественный митинг. Примите от имени собрания депутатов Ржевского района, администрации нашего района, слова сердечной признательности ко всем якутянам, их родственникам, людям, которые традиционно приезжают на землю Ржевского района для того, чтобы почтить память якутян, погибшей на этой священной земле. 23 года назад здесь, возле деревни Филькино, по инициативе правительства Республики Саха был установлен этот мемориал, а на гранитных плитах высечены имена 352 воинов-якутян, погибших в 1943 году на территории Ржевского района. Их подвиг останется образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе. Наталья Сазонова, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.